Приветствую всех, это гайд о том, как получить промокод на 300 деталей для игры Burnout. Для этого переходим на сайт Mail.ru, вкладку игры и скачиваем игровой центр. Скачали, установили и добавляем пользователя. Вбиваете свою почту и пароль. Дальше переходим в каталог бесплатных игр, находим игру Хроники Хаоса. И есть кнопка «Заработать баллы». Нажимаем на нее. И появляется окошко с рекламой. Чтобы постоянно не отключать звук рекламы, открываем микшер громкости и отключаем звук игровому центру. Дальше. За один просмотр рекламы вам дают один серебряный сундук. В день с одного профиля вы можете посмотреть 10 таких реклам, соответственно 10 серебряных сундуков. Вот я уже посмотрел. Есть один момент, где вы посмотрите пару реклам, и вам игровой центр пишет, что, к сожалению, ролики закончились, попробуйте позже. Что мы делаем? Мы заходим в настройки, в системные, и удаляем временные файлы и приложения, после чего игровой центр перезапускается. И продолжаем смотреть рекламу дальше. Как посмотрели 10 реклам, переходим в бонусную программу и ищем окошко с сундуком. Нажимаем на него. И здесь наши серебряные сундуки. Здесь также вы можете получить один бесплатный. Также открываем его. Баллы выпадают рандомно, как вы можете и 1000 баллов получить, 10 и 500, ну, по-разному. Как посмотрели, дальше переходим в инвентарь и получаем баллы в профиль уже. Как накопили 1000 баллов, находим нашу игру. И как видим, есть комплект техника. В этом комплекте вы получаете 300 деталей, ну и кому надо, плюс 5 очков техника. Раньше были бонусы на 10 свинцовых контейнеров, на 200 тысяч игровых рублей, но наши разработчики оставили только комплект техника, 300 деталей. Далее, регистрируем новую почту на Mail.ru. Добавляем ее в игровой центр. Как видите, я уже сделал. Сделайте штук 10. Пока что хватит. Ну и в том же порядке смотрите рекламы, открываете сундуки, копите баллы. Советую сделать один пароль на все аккаунты, чтобы не путаться. И записывать в текстовый документ свою почту. Напротив почты записывать, сколько баллов на аккаунте. Если есть какие-то вопросы, пишите их в комментариях. До новых встреч!